Итак, немножко о чудесах. Что можно найти в обычном среднестатистическом автомобиле? Или же что можно купить на заправке? Лирическое отступление о качестве топлива. Цель манипуляции заключается в том, чтобы добраться до топливной магистрали и слить ту жидкость, которую залили на заправке под видом бензина. Итак, снимаем шланг с топливопровода, подставляем бутылку и видим нечто. Зажигается. Жидкость идет мутная. Еще разок, пожалуйста. Темного цвета и чем-то похожее на кока-колу. То есть не то, чтобы я был фанатом индустрии американской, но в американской машине найти такое — это хлопотно. Прям всегда кока-кола. Достаточно. Но это еще не самое интересное. Собственно, как бы вот так выглядит топливо. Прям как вино красное. Ну, практически как вино, да? Алексей Станиславович, продемонстрируй, пожалуйста, нам, как это горит. То есть нельзя сказать, чтобы на заправке обманули совсем. То есть, в принципе, оно же горит. Итак. Ну, такой небольшой дымок, я бы сказал. Такой леденький такой, да? То есть не то, чтобы это была соляра, не то, чтобы это был бензин. Ну, в общем, я думаю, что это вряд ли пойдет на пользу каталитической системе нейтрализации. Я сейчас бутылку запалится. Да-да-да, это сейчас... А запах у нее вообще не здоровый. В общем, друзья, что я вам могу сказать? Будьте осторожнее на заправках.